Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы рассмотрим бесплатный, достаточно простой сервис для АБ или сплит-тестирования сайтов от Google, Google Optimize. Что такое АБ-тестирование, вы, наверное, знаете. Если не знаете, посмотрите скринкаст про инструменты для АБ-тестирования, который я делал. Ссылка в описании. Но в двух словах, АБ-тест – это сравнение двух страниц с разным дизайном в одно и то же время. Ну, то есть при одинаковых условиях с целью выяснить, какая лучше работает на конкретную цель. Большинство сервисов для АБ-тестирования платные, а вот Google бесплатный, и его и рассмотрим. Самый простой способ открыть Google Optimize – воспользоваться поиском Google, что естественно. Аккаунт создается легко и привязан к вашему аккаунту в Google. Я тут уже зарегистрирован, поэтому делаем Sign In. Итак, аккаунт есть, нужно создать контейнер. Или можно создать еще один аккаунт, это как всегда влияет на раздачу прав. Соответственно, внутри одного аккаунта может быть несколько контейнеров, а контейнер — это конечный сайт. Вот так вы можете создавать контейнеры внутри одного аккаунта, а так добавить администраторов к своему аккаунту. А мы возвращаемся к контейнеру Svelte и видим, что нам нужно создать эксперимент, связать его с Google Analytics и запустить эксперимент. Создаем эксперимент. Название. Тут нужно указать URL страницы, которую будем тестировать. У нас это главное. И можно выбрать одну из трех форм. Классический АБ-тест, многовариантный, где несколько блоков, и вариант с лендингом на разных URL. Остановимся на классическом. Итак, эксперимент готов. Далее последовательность действий может быть разная, но мы давайте сначала создадим вариант. То есть страницу с несколько иным оформлением, чем исходная. Тут нужно установить расширение от Google. Сейчас увидите для чего. У меня оно уже установлено, нужно только включить. И мы переходим, собственно, на сайт, где подгружается установленное расширение, и у нас появляется возможность редактировать страницу. Расширение работает только в Google Chrome, имейте в виду. Если хотите Optimize, установите браузер от Google. Подробнее о работе расширения мы поговорим в следующем видео, а сейчас я сделаю кое-какие изменения. Ну, например, я хочу посмотреть, будут ли переходить по кнопке «Я», если мы изменим размер, цвет и так далее. Например, мне очень важно, чтобы на нее переходили. Вот такую вот сделаем большую красную кнопку. Сохраним изменения и вернемся на главную. Дальше у нас горит большой восклицательный знак, нам нужно связать контейнер с Google Analytics. Возвращаемся на страницу контейнера и нажимаем «Связь с ресурсом». Выбираем ресурс. Тут появится все, к чему у вас есть доступ. Мне нужна Svelte. И создаем. Получить фрагмент кода. Можно по старинке забрать код и вставить его в хидер, но мы люди прогрессивные и воспользуемся Google Tag Manager. Для Tag Manager нам понадобится вот этот идентификатор и все. Идем в Google Tag Manager, создаем новый тег, выбираем Google Optimize и вот сюда вставляем идентификатор, который мы скопировали. О том, как работать с Google Tag Manager, я рассказывать сейчас не буду. Я делал два подробных скринкаста об этом раньше. Ссылку найдете в описании. Добавлю лишь, что очень рекомендую пользоваться этой фичей от Google. Это действительно крайне удобно, не захламляет хидер и дает полный контроль над ситуацией. Это все пропускаем, у нас все практически готово. Связь установлена. А нет, надо еще выбрать представление. Все данные по сайту. И добавляем цель эксперимента, что, собственно, нам нужно. Можно выбрать из списка три стандартные цели или создать собственную. Ну, такая простейшая цель, если мы хотим посмотреть переходы по ссылке, то нам нужно просмотры. Страница равно, и куда мы там хотели, это блок, насколько я помню. Вообще, цели — это, конечно, отдельная тема, она связана с Google Analytics, и тут вам нужно будет доразобраться, но в целом все вот так примерно выглядит. Все, наш эксперимент готов. Сохраняем. Давайте проверим еще раз на всякий случай код оптимизации. Код установлен корректно, все работает. Тут он еще предлагает добавить фрагмент, отключающий исходную страницу. Если хотите, можете добавить, но все будет работать и без этого. Все, запускаем эксперимент. Эксперимент пошел. Что теперь происходит? Теперь при заходе на страницу Google разводит трафик на разные страницы, исходную и экспериментальную. Вот видите, я захожу сейчас под разными IP, и он мне показывает страницу то так, то так. При этом Google собирает информацию о том, как ведут себя пользователи, и в зависимости от поставленных целей выводит вам отчет о том, на какой странице что лучше работает. Тут, правда, пока пусто, мало времени прошло.
А здесь вы можете изменить процентное соотношение показов. Не 50 на 50, а скажем 90 на 10. А здесь вы можете завершить эксперимент, и все будет как раньше. Вот такие дела. Google приводит у себя несколько success story о том, как люди провели АБ-тест, изменили страницу и добились невероятного успеха. Ну, может быть, насчет невероятного это они преувеличивают, но кое-какие выводы АБ-тест, конечно же, позволяет сделать. Все, любите друг друга, тестируйте, оптимизируйте, добивайтесь успеха, подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.